Здравствуйте, уважаемые детишки, особенно детишки старше 30, мои любимые, маленькие вот эти, да, все пописечки. Вот, короче, очередной день на работе, завтра у меня наконец выходные, и, возможно, в этом влоге будут микс кадров, да, различных и с работы, и не с работы, посмотрим. Нет никакой идеи в этом видео, можешь сразу за это влепить мне лайк, да? Класс. Короче, какие дела? Сижу на работе, короче, кайфую тут. И вдруг мне, точнее, звонит жена, да? Точнее, я ей перезваниваю. Ну, какая разница, мы созваниваемся с женой, и она говорит, у нас тут, короче, все. Да, здравствуйте. Я такой, в смысле, что случилось? Она говорит, у нас тут собака. Я такой, опять что-то случилось, короче, наверное, чиха что-нибудь сожрала, я не знаю, линолеум, там, кусок холодильника, отравилась капеллой, и, короче, все, сейчас все умирают, надо что-то делать. Нет. Бегала собака по этажу, лаяла. Ну и все. У нас теперь три собаки. До момента, пока ее не заберут, либо у нас теперь три собаки. Короче, она там выкладывает объявление в группах Парнаса для того, чтобы найти хозяев, потому что собака ухоженная, белые зубки, классненькая, красивая. Вставлю сюда фоточки. Такая хаёсенькая миласечка, прямо такая пусечка, такое облачко пусечное, такая тюська. Тоже девочка, не прям прикольная. Я вот фоточки смотрю и такой думаю, блин, а можно и три? Как раз на стриме вчера говорил такую тему, что мозг из-за того, что мы часто переезжаем, да, меняем обстановочку, и мозг, чтобы обезопасить себя, да, от этого самого стресса переезда и вообще какого-либо стресса, начинает захламлять квартиру какими-то вещами, там, которые сложно перемещать. Мы начинаем заводить больше собак для того, чтобы вообще никуда не переехать. Хотя, ну, в голове-то есть, типа, идейки, да, куда-то двинуть. Ну, не так, как там с Барнаулом, да, а более осмысленно через первоначальное путешествие понять, где бы хотелось жить. Вот, просто фишка в том, что как-то так складываются события, что очень много создается каких-то штуковин, которые могут стать для нас типа якорями. На самом деле это все фигня полная, потому что все решаемо в любом случае. Если типа ты накупил всякого оборудования или каких-то вещей домой громоздких, их можно продать и переехать. Ну, короче, мы сейчас в принципе не о переезде, а о том, что у нас, блин, три собаки. Это вот... Так, я, кстати, даже очень сильно надеюсь на то, что сегодня не найдется хозяин, и очень хочу с ней познакомиться, прийти домой, типа, такой, посмотреть, погладить, что она вообще какая, говорит, очень классная, добрая, ну, прям прикольная, это я туда поглядываю, в переписку с женой, забавно, забавно, неожиданно и забавно, я, еще такие мысли у меня, типа, бывают, ну, всем не поможешь, да? Вот вроде в детстве тоже помогал, там, всех котов с собой домой нес, короче, птичек мертвых хоронил, короче, всем пытался помочь, ну, трупу уже, конечно, не поможешь, это не помощь, я имею в виду, вот, там, котишек таскать, собачек, и, короче, и всех пытаться накормить, всем помочь. На самом деле, это все такие благие идеи могут быть совершенно неблагим концом, потому что для того, чтобы качественно помочь, тебе нужны хорошие знания, да, для того, чтобы, ну, понять, чем ты, в принципе, можешь накормить собаку, не отравив ее, да, ну, и подобное, да, вот, например, птичек кормить. История, знаете, повторяется, как будто, как у чувака, который оставлял нам на передержку собак, когда уезжал, помните, этого диджея Андрюху с Самары, у него тоже хаски, Юки, Чиха, Хлошка и... маленькая Вася, найденыш Вася. То есть у нас тоже хаски, только потом появилась чишка у них наоборот. И сейчас тоже вот неизвестная третья собака. Не знаю, найдется, не найдется, но так вот смотришь и думаешь, да ну ничего, в общем-то, можно и с тремя пожить. Ну это, конечно, дичь, съемная хата, бабах, три собаки. Нам кота еще опять не хватает, да, как и им, короче. Котов нам хватает тех, к которым мы ходим, да. Вот. Недавно, кстати, ходили опять в очередной раз, ребятки, наши подписчики, знакомые уезжали в отпуск в какую-то жаркую страну. Это был, по-моему, Занзибар. И вот, собственно, мы ходили, ухаживали за их котишками снова. Ну что, мы тут опять приглядываем за котишками. Здорово. О, все здесь. Привет, привет, котиш. Все как обычно, только плюс цветы. А ты будешь здороваться? Давай поздороваемся. О, не боится.
Приколдес. Класс. Не сыет, да? Молодец. Котишки. Ну чё, погнали. Фоткать вас будем сейчас. Моделы. Памятка. Ну и арахис — это уже традиция. Играется, короче. Я решил на гимдасик. Не, я снимаю. Ты отвлекла его. Он игрался. Дела. Очень прикольно, когда ты приходишь домой, например, а как тебя встречает чихуля. Короче, она использует жену для каких-то игр, незначительных таких вещей. Чисто вот в чем действительно можно использовать человека. А я — это прям чистая любовь у нее. Она, короче... Пилов. Пилу. Хватит. Лилу. Да все. Лилу. Лилу. Хватит. Не лизала еще только что. Все. Пилу. Под подбородок прям бушку засовывает. Это все было еще до того, как я съездил в командировку. Если ты не видел, как я съездил в командировку и еще один рабочий влог, то, собственно, вот здесь где-то, короче, видео, да? Ты понимаешь. Вылезл. Знаешь что? Вот прям лично к тебе обращаюсь. К процентам 90 или 70 тех, кто смотрит мои видео. Вы чё, вам сложно нажать кнопку подписаться, ребят? Ну, спасибо вам большое, напопрошайничался. Окей, дальше. Ну чё, сходил, у меня жена, значит, с этой собакой в ветклинику. Проверила на чип, чипа нет. Ну и чё, искала, она выкладывала, значит, эти различные объявления, типа, потеряшка туда-сюда, найдите, пожалуйста, офигенная собачка. Ну, милаш же, ну. И... В итоге дошло до того, что она нашла двухмесячной давности точно такие же объявления. Видимо, это очень давнишняя потеряшка. Ну, такая хорошая, типа, ухоженная, чистенькая, классная. Когти тут длинные. Ну, когти у капелла длинные, как бы. Вот. И пока что я понимаю, что вечером я с ней обязательно познакомлюсь. И, возможно... Так как мы будем искать, типа, там, бесплатную передержку или пытаться определить ее в приют, за это время мы можем к ней привязаться и, типа, шутка, которая была в начале видео, окажется нифига не шуткой. Ну, что, куда деваться? Бабака. Короче, заходили ко мне, привет вам в видосе, наши кошатники, вернувшиеся с Танзании, да, ну, вот, ухаживали-то, да? Они постоянно нам привозят, значит, какие-то приколюхи со своих путешествий. В прошлый раз привезли, откуда они, с Египта, что ли, крокоде. Мы так до сих пор его не попили, у нас целый пакет этого крокоде. И сейчас с Занзибара привезли
Я забыл уже, как он сказал, как называется дерево. Короче, дерево в Красной книге тонет в воде в два раза плотнее, чем дуб. Вот такие вот. И, короче, он говорит, а они как-то, типа, законом там ограничены, значит, использование этого дерева. Они каким-то образом умудряются делать сувениры из него. Короче, вот такие вот столовые приборы офигенские. Из вот этого крутейшего занзибарского танзанского дерева. Короче, классный. Ну, вот давно, думаю, такая прикольная штука. Это же как бизнес-идея. Мы, можно сказать, кот-ситеры, да? Поэтому, если кто-то из вас там с Питера, с Парнаса, обращайтесь, там, видеоотчетики, фотоотчетики, погладим, поиграем туда-сюда, да? Капелл не может спокойно ждать в магазине. Жена пришла меня встречать, и она там ходит, короче, натягивает, так сидит, такая... Смешнявка вообще. Он прям отходит, оттягивает. Вот надо, чтобы сейчас так еще сделала, было бы замечательно. Ну? Да сейчас пойдем. А меня как-то слышишь. О, оттянула. Капелл на нас в опеку пожалуется. Копьешь? Она же не слышит там даже нифига. Короче, вот сюда идет, она прям радуется, идет такая, о, ништяк, идем в папироску. Вот приходит, и начинается такая фигня. Пошли отсюда, пошли, пошли. Мама здесь. Успокоилась? Копьешь? О, как в витрину сейчас бабах. Сейчас пойдем. Ну, и... Побежала такая, да, ништяк, все. Истеричная баба. Иди сюда. В общем, пока я сидел на работе, жена справилась со всей этой ситуацией и, собственно, отдала собаку. Я даже еще вот специально зашел, говорю, ничего мне не рассказывай, сейчас все спрошу. Мяг. Кому ты отдала? Значит, ты нашла хозяев или что? Они живут, да, на 26 этаже в нашей парадке. А, тогда они потеряли, типа? Ну да. А, да? Это не самый выгул, она потерялась? Ну да, она... у них две собаки тоже, один пудель белый, кудрявый. Ага. А другая вот... А другая каргадор ретриерги. Голд. Ретриерги. Короче, да, я думал сначала, что она отдала кому-нибудь, типа, на какую-нибудь передержку или новых хозяев нашли. Я еще так ругался. Возможно, вы увидите, ну, по-любому, наверное, увидит, да, кто-нибудь с Парнаса скинет там и тому подобное. Привет вам, хозяевам. Короче, чего я ругался на вас? Типа, если отправили собаку на самый выгул, ну, это не точно, да, не факт же, что самый выгул, а может, убежала. Когда искали, написали «пропала», а как, типа, «пропала»? Ага, и вот, если это все-таки самый выгул, то... Я по-жесткому, да, рассуждаю в этом случае и думаю, что лучше найти более ответственных хозяев, чем вернуть ее обратно. Либо поставить чип. Я проверяла на чип, чипа нет. Типа, если бы был чип, они бы могли отследить, да, там, где мой айфон, где моя бабака. А тут нет, короче. Вот, такая фигня. Ну, хорошо, что все обошлось. Единственное, жаль, что я с этой милашкой не успел, типа, поняхаться и познакомиться. Вот, мы почти такая... хотели ее оставить. Да, я уже все, я думал, все, три собаки, нормально, короче. Ну и да, что, жена закончила одну картину. Сейчас покажу. Начала вторую, здесь пока нифига не понятно. Ну, короче, ее очень увлекло, ей очень нравится. Ну, как видишь, не очень. Кисточки. Ну, это она болела, и пока я был в командировке, она думала, типа, намутит эту картину, ничего не получилось. А другая, вот другая, она прям прикольная. Мы будем ее вместе рисовать, потому что, ну, здесь так задумано, да? У нас будет вот три прикольных самописных по номерам картиночек. Такие вот увлечения опять, снова, так сказать. Ну и та, которая уже готова, собственно, вот она. Такая бобень получилась. Ну а это, да, наши пузырьки. Разбитые зеркала, пузырьки. Вот такая фигня. Очень вот вам очень. Бабаки, да, привет бабакам, туда-сюда. Наверное, бабачий контент тоже будет. Как там же он меня укусит? Не, конечно, не укусит. Ты чё, Люка?
Она просто две косточки взяла, и все. Ты что, люка маленькая? Меня не кусай. О, дернулась. Эй, Лилу, ну-ка нельзя так. Нельзя никакой пищевой агрессии. Я отберу у тебя. Отберу. Нельзя так. Нельзя так. Нельзя так, Лилу. Ну-ка фу. 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 Фу сказал. Ну-ка фу. Молодец. Воспитывает. Это Капелину косточка. Не надо мне орать так, ясно? Не надо мне орать. Писюха. Пиздец махнеет так. На. А ты чё, какая жидовка? Иди, на, вот твоя. Вообще. И да, и вот тут и завидно, завидно. У нее там же кость тоже есть. Надо, короче, отобрать. А это такой, ну ты чё, я могу поделиться. Амёба, блин. Ну, Капелле пофигу, она буддист, а это, короче, все, все надо, все себе, да. Та учит спокойствию, это учит счастливой наглости, да. Магниты! Да ладно, у нас будут магниты. Магнит. Магнит, да, для ножей. Короче, вот эти эбеновые штуки, да, которые из Танзании, они нам как раз пригодятся для гриля. И не только. Ну да, и не только, для каких-нибудь сковородочек. Жена тактильщица, да? Тактильщица и нюхильщица. Нюхильщица. Чем пахнет? Дервы. Да, пахнет, правда. Ну-ка, я себя. Ну, почувствуй, это такой ароматчик. Ну да, такой, сухой. Ну, прикольные, мне нравятся. Десигн.